Фести 2017 в гусях-лебедях. Просто вот. Не совсем определились еще. Сейчас еще это должны вернуться, все исследовать до конца. Ага, вот можно здесь, вот у меня тут это съемочная такая. Ну, мы производим печи, выставляем, я делаю печи вот эти, с которой парили. Скоропарка 2017. Хотел запечатление, комплексное отпарное, от печи и так далее. Вы знаете, первый раз попробовал данную печь. Вот, пропарились буквально там за 5-10 минут. Чувствуется, что пропарился. Вот, когда нужно, поддавали на каменку, получали контраст. В принципе, пара хватало. Вот, хватало ощущения тепла. Вот, что еще сказать? Ну, Серег, подойди. Поделись. Да, на уровне хорошо, плохо, приятно, неприятно. Я не знаю, что понравилось, что не понравилось. Ох, ну я могу сказать то, что я не заметил сухости. Не сушит, очень влажный, приятный пар. Она постоянно увлажняет печь, вы знаете, да? Да. То есть это чувство. В своем роде уникальная печь это. Мы немного поддавали, но я думаю, если даже больше подавать, то все равно будет влажненько, приятно. А пар мягенький, не обжигает. Угу. Вот. Ну, в целом понравилось? Ну, да. Ну, в принципе, по своей кондиции. Ну, я парил, я пока. Ага. Полностью нет ощущений. По своей кондиции, по тем ощущениям, она, в принципе, приближена там более к русской бане. Конечно, она для этого и делалась. Несомненный плюс. Что она очень. Ну вот мы написали вот здесь, что она быстро готовит. Несомненный плюс, то, что у кого есть готовая баня, там, я не знаю, там сауна, да, неправильная баня, ее можно легко переделать с помощью этой печи. Ну да. Вот. То есть поставил, не надо заморачиваться с дополнительным фундаментом, не знаю, дополнительными работами, вентиляцией. Угу. То есть. Я считаю, что оптимальный вариант для переделки неправильных. Хорошо, спасибо. Конечно, удачи.